Сегодня второй день работы 6-го Всебелорусского народного собрания. Форум открыли выступления делегатов и приглашенных. По итогам собрания участники примут резолюцию с основными направлениями развития страны на ближайшие 5 лет. ГАИ просит автовладельца воспользоваться общественным транспортом. Причина – сильный снегопад. Сегодня дорожно-коммунальные службы увеличат количество снегоуборочной техники. Всех участников дорожного движения призывают к осторожности и внимательности. Применение антиковидной плазмы в лечении COVID-19 показало эффективность 70%. На данный момент число доноров превысило 3500. Заготовлено более 2500 литров переработанной плазмы. Количество пациентов, кому перелили кровь, составило более 3000. МАЗ собирается построить новый автобусный завод. Это позволит удвоить мощности, повысить технологичность производства автобусов 3-го, а в перспективе и 4-го поколения. Проект может окупиться за 4 года. Белорусская железная дорога назначила 13 дополнительных поездов на мартовские праздники, в частности, в межрегиональном и региональном сообщениях. Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Полоцк-Минск, Гомель-Могилев, Минск-Светлогорск, Орша-Крищев. Наибольшее количество составов предусмотрено на Международный женский день.